Освободите, ничего не решу, вас поразрывало, твари. Если ты видишь, раз балкон, я бы на высоком бежежу, я видел, я маме звоню. Ну, это вот, же... вот она спала тут, представляешь? И на нее вот это все упало. Я просыпаюсь от того, что мне вот тут вот бэхнуло, вот, и меня полностью засыпало этим самым раствором. Полностью рассыпала, и мне, вот моя невестка, это брата меньшего жена. И она, ты жива? Я говорю, я жива, но я не знаю, выберусь я или нет. Я была вся засыпана, и чудом, что я еще целая стала. Час ночи, гахнуло. Я думав, десь в районі, так недалеко. Тривоги не було. Там буквально минуты не прошло, тут как гахнуло, на все окна, все повылетало, мебель попадала, холодильник разбился. Короче, брак, я встал, порезал ногу трошки, ну, то мелочи жизни. Одеялами были накрыты, что только на голове у меня стекла на балкон, были. На балкон мой вот. Чуть-чуть. Оно как гахнуло, я говорю, час ночи. Ну гремит и гремит себе на другой бочок. И потом такой, знаете, яркая вспышка, свист, и как бабахнуло, ну, началось усыпаться, думаю, так. Начал сейчас сваживаться по этажам, все, думаю. Ну, лежишь так, ждешь, выбираешься. Ну, в общем, в ожидании, что значит, начнет рушиться, такое ощущение, что в дом попало. Першій ночі ворог атакував Миколаїв попередньо високоточними ракетами «Калібр» з використанням місцевості, особливості місцевості, яка пройшла по низу хвиль радару, які її могли зафіксувати. На даний момент є влучання в історичну будівлю, в багатоповерхівку не було влучання, це була хвиля вибухова і пошкоджено два приватні будинки.